Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, предмилый гость с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: ты Данту диктовала страницы ада, отвечает я. Я родилась в один год с Чарли Чаплином, Крейцеровой сонатой Толстого, Эйфелевой башней. Мой отец был отставной инженер-механик флота. Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Родилась я на даче Сорокини, большой фонтан около Одессы. Когда мне было 15 лет, проезжала как-то мимо этого места, и мама предложила мне посмотреть. У входа я сказала: здесь когда-нибудь будет мемориальная доска. Это была просто глупая шутка. А мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала», — сказала она. Годовалым ребенком я была перевезена на север, в Царское Село. Там я прожила до 16 лет. А в 1905 году
Мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Я тосковала по царскому селу и писала великое множество беспомощных стихов. Папа, узнав о моих стихах, сказал: «Не срами мое имя». «И не надо мне твоего имени», — сказала я. Только шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы. Это фамилия последних татарских князей из Орды. Я решила сообщить вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь. Я выхожу замуж за друга моей юности, Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года. И я верю, что моя судьба — быть его женой. Я клянусь вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной.
Я сидела у окна, расчесывала косу и читала Аницкого. И вдруг поняла, что нужно делать. Гумилев был тогда в Абиссинии. Когда он приехал, у меня уже накопилась кучка стихов, которые потом вошли в «Вечер». Гумилев стихи принял всерьез и уговаривал писать. В начале 1912 года вышел мой первый сборник, а 1 октября родился мой единственный сын Лев. Единственный сын. Милая, дорогая мамочка, очень жаль, что нам не дали свидания. Вещи мне тобой переданы, совсем не нужны. Раз посадили, то должны одевать и кормить сами. 20-летняя годовщина. ЕЧК, ОГПУ, НКВД. Не просто годовщина одного из советских ведомств. Это ведомство, которое наиболее близко к нашей партии. Это наиболее партийный из всех советских органов. Товарищ Сталин там дал образ советского работника ленинского типа. А товарищ Сталин есть верный ученик Ленина, который идет, как Ленин, дело вперед. Поэтому образ работника ленинского типа есть и сталинского типа работника. Работникам НКВД быть как Ленин и Сталин на высоте своих задач, не спускаться до уровня политических обывателей, быть ясными и определенными деятелями, быть бесстрашными в бою, беспощадными к врагам народа. Не забывать того, что товарищ Сталин говорил и говорит: чем больше у нас успехов, тем больше попыток врага напасть на нас, подорвать, взорвать. Мы можем в эту годовщину, славную годовщину, пожелать работникам НКВД так же славно работать, перед как они работают. Дорогая мамочка, все обвинения отпали, а были доносы. Сейчас я здоров и даже не грустен. У многих людей жизнь кончилась раньше моего. Жаль только незаконченных работ. Но, по-видимому, они не актуальны. Я молюсь не о себе одной, а во всех, кто там стоял со мною. И в лютый холод, и в июльский зной, под красною ослепшую стеной.
того, что пережили мы. Да-да, мы все, потому что за стену грозил каждому, не запечатлела ни одна литература. Шекспировские драмы, все эти эффектные злодейства, страсти, дуэли, мелочи. Это детские игры по сравнению с жизнью каждого из нас. О том, что пережили казненные или лагерники, я говорить не смею. Это не называемо словом. Но и каждая наша благополучная жизнь — шекспировская драма в тысячекратном размере. Ни мои разлуки, ни мои черные кровавые вести в каждой семье, невидимый траур на матерях и женах. В одно из последних воскресений 13-го года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждую он написал просто «Ахматовый Блок». А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал. «Красота страшна, вам скажут, вы накинете лениво шаль испанскую на плечи». У меня никогда не было испанской шали. Но в то время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Мы втроем, Блок, Гумилев и я, обедаем на Царско-сельском вокзале в первые дни войны. Гумилев уже в солдатской форме, и когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарит Соловьев». Августа 21 года умер в страшных мучениях Блок. 24 августа того же года расстрелян Гумилев. Александру Блоку было 40 лет, Николаю Гумилеву 35. Славы он не дождался. Она была у порога, вот-вот. Но он не успел узнать ее. Блок же знал ее. Целых 10 лет знал. Я про Колю знаю. Их расстреляли. У знакомых была прачка, а у той дочь следователь. Прачка им рассказала и даже место указала со слов дочери по Ириновской дороге. Туда пошли, и была видна земля, утоптанная сапогами. А я узнала через 9 лет и туда поехала. Поляна. Кривая маленькая сосна. Земля запала, потому что там не насыпали могилы, ямы. Когда я туда приехала, всюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю.
Он был некрасив, косил, чуть-чуть шепелявил. Путешественник, отважный солдат. Был награжден 2 георгиевскими крестами. Он замечательно просто и даже весело переносил все испытания. Держался свободно, без озлобления, с легкой иронией. Он никогда не заискивал ни перед кем. Август у меня всегда страшный месяц. Всю жизнь. Мне голос был, он звал усердно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Анна Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой, безыдейной поэзии. Что общего между этой поэзией и интересами нашего народа и государства? Ровным счетом ничего. Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи? Ограничен диапазон ее поэзии. Чувство обреченности, понятное для вымирающей группы. Таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков, канувшего в вечность мира. У меня в молодости был очень трудный характер. Я очень отстаивала свою независимость. Мы прожили с Николаем Степановичем 7 лет. Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала ему, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, однако я видела, что он очень обиделся. Мы 16 лет с Буниным прожили вместе. Меня тяготила вся обстановка. Странно, что я так долго прожила с Николаем Николаевичем уже после конца. Но я была так подавлена, что сил не хватало уйти. Мне было очень плохо. Ведь я 13 лет не писала стихов.
Вы подумайте. 13 лет. Вчера я была у Анны Андреевны по делу. Я прошла в сад, поднялась по трудной не нашего века лестнице. Лестница еще имела какое-то касательство к ней, но дальше... На звонок мне открыла женщина, отирая пену с рук. Этой пены и ободранной передней я как-то совсем не ждала. Кухня. На веревках белье, хлопающее мокрым по лицу. Словно завершение какой-то скверной истории из Достоевского. Общий вид ее комнаты. Запустение. Развал. Красивые вещи. Резной стул, зеркало в бронзовой раме. Еще более подчеркивают убожество. Единственное, что в самом деле красиво, это окно в сад и дерево. И она сама, конечно. Deus conservat omnia. Бог сохраняет все. Главная черта моей биографии – дома, где я жила, стерты с лица земли. Севастополь, Царская. Знаете, я потеряла оседлость. И в Питере не дома, и в Москве не дома. Мандельштам, узнав, как мне плохо в фонтанном доме, сказал, прощаясь на вокзале: «Аннушка». Никогда в жизни не называл меня так. Всегда помните, что мой дом ваш. Я в жизни очень много хвалили и ругали, но я никогда всерьез не печалилась. Я только один раз огорчилась по-настоящему. Это когда Осип в рецензии назвал меня столпницей паркета. Это потому, что Осип. Только потому, что Осип. Если бы я была его сестрой, он не мог бы относиться ко мне доверчивее. Один раз он сказал мне: «Я уже готов для смерти». И он сказал: «Стихи сейчас должны быть гражданскими». И прочел: «Под собой мы не чуем страны». Мы знаем истоки Пушкина и Блока. Но кто укажет, откуда донеслась до нас эта божественная гармония, которую называют стихами Мандельштама? Осип погиб 47 лет. «28-й год. Харьковский театр. Маяковский отвечает на записки. Одну прочел, насмешливо растягивая слова. Как вы относитесь к поэзии Ахматовой и Цветаевой? Кто из них вам больше нравится?» Сложил листок и скороговоркой: «Ахматова-Цветаева? Обе дамы одного поля». Отвечает на вопрос о Гумилеве. Ну что же, стихи он умеет писать, говорят, хороший поэт. Это мало и неправильно. Он был хорошим контрреволюционным поэтом. Ко мне из редакции «Литературного наследства» приходили просить воспоминания о Маяковском.
Я отказалась. Я, в сущности, очень мало знала его, и только издали. Терпеть не могу этих воспоминаний дальних лиц. Да и зачем мне бежать за его колесницей? У меня своя есть, и мне не к лицу восхвалять его. Ни в чем не повинен, ни в этом, ни в другом и ни в третьем. Поэтам вообще не пристали грехи. Проплясать пред ковчегом завета или скинуть, да что там, про это лучи их рассказали стихи. Вот они, эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Игра разоблачена. Маска предательства с их облика, с их лиц сорвана. И сорвана раз и навсегда. Пусть прогремит ваш приговор, как освежающая и всеочищающая гроза справедливого советского наказания. Вся наша страна от малого до старого... Голый человек на голой земле. Опасная вещь искусства. Подумайте только, какие страшные судьбы. Молодости этого не видишь, а если и видишь, то ведь наплевать. Нищета еще никогда никому не мешала работать. Горе тоже. Нет, горе не мешает труду. Председателя военной коллегии Верховного Суда Союза армии Мариса Ульрих, членов суда, заместителя председателя военной коллегии Верховного Суда Союза Корвея Нуриса Матулевича, члена военной коллегии Верховного Суда Союза Дивая Нуриса Киевлева, при секретаре военной юристы первого ранга Батмут, с участием государственного обвинителя прокурора Союза товарища Вышинского, членов Московской коллегии защитников товарища Браун и Комодова, в открытом судебном заседании. Впервые я увидела Марину Цветаеву в 41-м году. До этого она присылала мне стихи, подарки. А в 41-м году я приехала в Москву по Левиным делам. Пастернак посетил Марину после ее беды и спросил у нее, чего бы ей хотелось. Она ответила: увидеть Ахматову. Я позвонила. Говорит Ахматова: я вас слушаю. Да-да, вот так. Она меня слушает. Мне передал Борис Леонидович, что вы желаете меня видеть. Где же нам лучше увидеть, у вас или у меня? Думаю, у вас. Она приехала и сидела 7 часов. Я подумала, какая же у нее счастливая жизнь. А может, это у меня или у нас обеих? Thank you.
Война застала меня в Ленинграде. Во время блокады в конце сентября я вылетела в Москву, оттуда поехала в Чистополь, а затем в Ташкент. Ахматова в Чистополе. Свет фонаря упал на ее лицо, оно было отчаянное. Я выхватила узел, взяла ее за руку и по доске через грязь провела к дому. Анна Андреевна расспрашивает меня о Цветаевой. Странно очень, сказала я. Та же речка, такой же холодный день, и лужа, и досочка та же. Месяц тому назад через эту лужу я переводила Марину Ивановну. И она расспрашивала меня о вас. А теперь ее нету, и вы расспрашиваете меня о ней. На том же месте. Поглотила родимых пучина и разграблен родительский дом. Мы сегодня с тобою, Марина, по столице полношно идем, а за нами таких миллионы и безмолвней шествия нет, а вокруг погребальные звоны, да истошные дикие стоны в юге наш заметающий след. Мы допустили такие вредные явления, как творчество Зощенко и Ахматовой. И никто из нашего большого коллектива писателей ничего не противопоставил им. Что касается Ахматовой, она никогда не считалась крупной поэтессой. И удивительно, что сейчас молодежь так подхватила эту Ахматову и сделала из нее знамя. Утром, ничего решительно не зная, я пошла в Союз. Прихожу и воочию вижу эпидемию гриппа. Все барышни сморкаются, у всех красные и заплаканные глаза. Меня спросили, вы сегодня, Анна Андреевна, будете в Смольном? Нет, говорю, не буду, душно очень. Иду домой, а по другой стороне улицы вижу, идет Миша Зощенко. Он бежит ко мне, поцеловал обе руки и спрашивает, ну что же теперь, Анна Андреевна, терпеть? Ну, я слышала вполуха, что дом у него какая-то неурядица, и отвечаю, терпеть, Мишенька, терпеть. В 1949 году среди многих и многих новых арестов, преимущественно тех, кто уже отсидел 5, 8 или 10 лет и вернулся, снова арестован Лёва. У Анны Андреевны тяжелый инфаркт.
5 мая 1954 года меня и Зощенко срочно вызвали в Ленинградский дом писателей. Вас хочет видеть английская студенческая делегация. Я говорю, больна. Нет, вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили. За мной прислали машину, я поехала. Сижу, вглядываюсь в лица. Знаю, что будет катастрофа, но угадать не могу, который спросит. Попросили Зощенко сказать, как он относится к постановлению 46-го года. Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью, а потом он понял, что многое в этом документе справедливо. Слегка похлопали. Я ждала. Как относится к постановлению мадам Ахматова? Я встала и произнесла. Речь товарища Жданова и постановление Центрального комитета партии я считаю совершенно правильными. Молчание. Михаил Михайлович человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить. Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Бедный Мишенька. Он потерял рассудок. Он не выдержал второго тура. Человека убили. С грустью подумал, какая в сущности у меня была дрянная жизнь. Мне и самому не нравятся эти мысли. Это, вероятно, за последние 15 лет меня так застращали. А писатель с перепуганной душой – это уже потеря квалификации. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза. Та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха. Мы с вами до нее дожили. Когда я была у Анны Андреевны в доме Ардовых, вдруг отворилась дверь, и вошел человек. Вы не знакомы? Спросила меня Анна Андреевна. Нет. Это мой сын. Все ее бессонницы. Не встречи и встречи.
окошечки над заплеванным полом, заявления, повестки, посылки, волосок, вложенный в тетрадку стихов, и стихи в огне. Стены этой комнаты пропитаны мыслями о нем, стихами ему, и снег, и деревья, и заря за окошком, и рубцы от инфарктов на мышце ее сердца. 2 десятилетия ее жизни. Обожаю этого человека. Правда, он не сносен. Примчался вчера объяснять мне, что он ничтожество. Я ему сказала: милый друг, будьте спокойны. Даже если бы вы за последние 10 лет ничего не написали, вы все равно один из крупнейших поэтов 20 века. Еду. Мальчишка-шофер внезапно обернулся ко мне. Читали, гражданочка? Один писатель, пастор, кажется, фамилия, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ. $1 000 000 получил. Ест наш хлеб и нам же гадит. Вот, в газете пишут. И протянул мне правду. Ах, какие мы все злодеи народа. Мы не прочитали тебе, мальчик, Пастернак. Не дали вовремя его стихов, чтобы ты оказался в силах встретить этот номер газеты так, как он того заслуживает. Идет настоящая охота на душу простого человека. Не знаю, известно ли уже Пастернаку, что он вчера исключен из Союза. Толкнула калитку. Вошла. Дома, Борис Леонидович? Дома. Он шел по двору, вглядываясь в меня и не узнавая. Исключили? Спросил он. Я кивнула. А знаете, сказал он с раздумьем, мои друзья говорят, что мне следует уехать в город, потому что здесь, на улице, кто-нибудь может бросить в меня камни. Ведь это вздор, не правда ли? Прочитала речь Семичастного в «Комсомольской правде». Иногда мы совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая, сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, она никогда не гадит там, где кушает. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья никогда не сделает того, что он сделал. Аплодисменты. Категория времени вообще гораздо сложнее, чем категория пространства. Этот день для вас был ужасен, но он был днем вашей жизни. И вы хотите, чтобы не только люди, но и день вернулся. И чтобы жизнь началась с того самого места, где ее прервали. Склеилась там, где ее разрубили топором. Но так не бывает.
Справедливость, которая торжествует через много лет, это уже не та справедливость, которой ваше сердце жаждало тогда. Да и сердце ваше не то. Видели бы вы этого человека? Он непредставим. Его надо увидеть самого в придачу к одному дню Ивана Денисовича. Я почитала ему, и он сказал: «Я так и думал, что вы не молчите, а пишете что-то, чего нельзя печатать». Он сказал, что пишет прозу, много прозы, все время пишет прозу. Я ему сказала: «А знаете ли вы, что через месяц будете самым знаменитым человеком на земном шаре?» «Знаю, но это будет недолго». «А выдержите ли вы славу?» «У меня очень здоровые нервы. Я выдержал сталинские лагеря». «А Матрёна? Тут уж виден великий художник, возвращающий нам родной язык, любящий Россию, как Блоком сказано, смертельно оскорбленной любовью». Если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, не в царском саду, у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, затем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и выла старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли.
Странно устроена душа человеческая. Стихи, даже самые великие, не делают автора счастливым. Вот Пушкин. Он ведь знал, что это он написал «Медного всадника». И все-таки не был счастлив. Не был. Но можно с уверенностью сказать, что больше всего на свете он хотел писать еще и еще. Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз. Ни ласточкой, ни кленом, ни тростником и ни звездой, ни родниковую водой, ни колокольным звоном не стану я людей смущать и сны чужие навещать неутоленным стоном.